ียงออกยกที่3ยกสุดท้าย10-0на наше предприятие обратилась Полоцкая школа олимпийского там резерва, дешор, там, принять участие в поездке вот подающего большие надежды Никиты Короля на чемпионат мира по тайландскому боксу. Он проходил в Таиланде, и наш протеже, так сказать, стал чемпионом мира. Ну, больше подробнее про это все соревнование скажет его тренер Денис Александрович Телицын. Друзья, скажем так. Конечно, друзья уже, ваш завод нам стал другом уже, не первый раз нам помогает в поездках. В прошлом году помогли нам съездить на чемпионат в Ереван. Никита тоже там выиграл пояс чемпиона. Вот. А в этом году мы отобрались на молодежный чемпионат мира. На чемпионате мира у него было 4 человека в весе, то есть 3 соперника из Ирана, Узбекистана и России. В финале встретился с представителем России. Как известно, российская команда в принципе одна из сильнейших в мире, поэтому мы и готовились к финалу с русским. Выиграли, скажем так. Ну, Никита достойно сюда проявил себя в бою, как бы спокойно. Дало. Подготовка вся не прошла зря. Он уверенно все 3 раунда выходил, делал поставленные задачи и добился желаемой цели. Свои какие-то ощущения он сам, конечно, расскажет сейчас. Ну, я хочу сказать, что Никите всего 13 лет. Подготовился к бою, вот. Не волновался, ну, настроился уже на бой. Как вообще себе было в Таиланде, расскажите? Ну, круто. Насколько страшно выступать в чужих стенах, в чужой стране? Не сильно страшно. Не, мне хватало поддержки вот нашей сборной. Без Беларуси была большая команда, около 50 человек. Поэтому поддержка была. Было кому поддержать. Конечно, конечно. Что было самое сложное? Верил в победу? Или сомневался? Ну, скажи про бой. Ну, в бою я уже был заряжен, чтобы боксировать. Мы смотрели видео, там во время удара его ноги, встречный удар, еще и подсечку сбил. Это была заготовка или это было... Ну, я подхватил ногу его, ну, ударил правой рукой и потом под ногу ударил, чтобы он упал. Это было эффектно. Насколько был тяжелый соперник? Ну, нормальный это соперник. Был. В каком возрасте пришел? Когда начал заниматься? С 5 лет. А почему этот спорт, а не какой-то другой? Ну, потому что больше всего понравилось. Потому что был рядом с домом. А покажи медаль. Молодец. Никита готовится на первенство Республики Беларусь. Будет с 23 по 27 октября здесь, в Витебске.
на улице Лазо, 113А. Так что можете приходить посмотреть. Поболеть. Поболеть. Да. Будем создавать группу. В частности, и за Никиту тоже. Ну вот вам наши, говорится, что следующий уже соревнование и флаг Полоцка, и майка Страсбургского агротехсервиса была на ринге.